Итак, здравствуйте. Подготовка. Ложим туза. Далее любую четверку и еще трех тузов. Вот так вот получается. И мы ложим все это снизу. Зритель выбрал любую карту, например, эту. Мы ее перенесли наверх. Помешали там ложными тасовками, чтобы нижние карты остались и верхняя осталась. Помешали, кто как умеет. Так, помешали. И говорим, есть возможность, что она первая, но не показана. Говорим, есть возможность, что она по центру, есть возможность, что в конце. И отсчитываем в это время 4-5 карт. И ставим это все на брейк. Так. Далее, вы говорите, что эта карта покажет, какого цвета ваша карта. Они удивятся, это ихняя карта. И вы говорите, сейчас мы ее положим сюда, но здесь уже не она. Потому что вы возьмете и вот эту часть карт скинете. Все, здесь уже тут. Вы говорите, мы положим вашу карту сюда. А следующая карта покажет, какая по счету. Это 4 уже будет. И вы говорите, отсчитываем 1, 2, 3. Четвертая карта, карта зрителя, вы спрашиваете, вы верите то, что она будет здесь? Говорят, нет, она здесь. Они смотрят сюда и на 4 карты. И это все 4 туза.